Семьи с детьми смогут улучшить свое материальное положение благодаря новым мерам господдержки. Правительство России утвердило план программы «Десятилетие детства» до 2027 года. В документе почти 130 пунктов по разным направлениям. Поддержка здоровья и образования детей, улучшение жилищных условий для семей, повышение рождаемости, усовершенствование деятельности органов опеки, реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое. Самарская область активно включилась в работу, рассказала заместитель главы города, руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева. И губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым, и Еленой Владимировной Лапушкиной делается все для того, чтобы улучшить благосостояние семей, которые проживают на территории города. Мы уже в рамках десятилетия детства ввели две новые меры для детей, близнецов, которые идут в первый класс на территории города, и для детей-сирот, которые получили специализированное жилое помещение, им необходимы средства для приобретения предметов первой необходимости.